К другим новостям. Сегодня президент Приднестровья Евгений Шевчук принял делегацию из Российской Федерации, которая прибыла в республику под руководством Дмитрия Лоскутова, помощника заместителя председателя правительства России. Российские специалисты изучают социально-экономическую ситуацию Приднестровья изнутри. После ее анализа будут выработаны рекомендации, с учетом которых можно будет создать благоприятные условия для привлечения в республику инвесторов. Как сообщил на встрече с президентом Дмитрий Лоскутов, российские специалисты готовы дать экспертную оценку, поделиться опытом и выстроить модель взаимодействия по интересующим вопросам в различных областях экономики. То, что вы уже изучаете и принимаете участие в рассмотрении этих аспектов, вселяет надежду у нас, что мы совместно сможем на помощи ваших рекомендаций выработать те механизмы и пути, по которым можно было бы говорить об этих механизмах как эффективную на перспективу. На встрече глава государства поделился своим видением решения существующих в республике проблем в социально-экономической сфере. Евгений Шевчук сообщил, что Приднестровье находится на пороге изменений налоговой системы. Кроме того, обсуждались вопросы продвижения приднестровских товаров на российские рынки. В числе центральных тем разговора – осуществление России гуманитарных проектов на территории Приднестровья. Дмитрий Лоскутов заверил, что такие проекты будут продолжены.